Мои курсы, альхамдулиллях, начались. Я перешла на А2, я, по-моему, вам рассказывала об этом. Но сейчас мы через несколько минут поедем в Пензик вместе с семьей. У нас есть некоторые дела, мне нужно открыть счет в банке. И плюс мы хотим немножечко погулять вместе с детьми. Вот, и хочу сказать то, что у нас на этих курсах теперь все вперемешку. То есть раньше, как я, помните, рассказывала, если не ошибаюсь, у нас было в основном иранцы, и вот только... Я и одна, то есть я из Таджикистана, получается, и еще одна женщина была из России. Но на этот раз у нас там, знаете, очень много разных наций, в том числе там есть одна таджичка из Таджикистана, я была очень рада, я была реально счастлива, потому что их крайне редко здесь встретишь, моих земляков. Вот, так что, друзья мои, приятного просмотра, нам бодрых сил, мы сейчас, иншаллах, поедем вместе с семьей в Пензик. Мы пришли, друзья, в Пензик. Детки у нас здесь гонят голубей. Это, знаете, именно центровая площадь, где очень много голубей собираются. Они сейчас все побрались по деревьям, на деревьях. И здесь вот мальчик продает корм. Танис, бибарда кач теле? Беш. Беш теле? Алим битане? Да. Битане, вера, бичем. Шили беш тек, бидекка. Возьмем тоже покормим голубей. Юсуфчик, будешь кормить голубей? Что ли верим? Сам хорошо. Афет олсон. Имана, возьми чуть-чуть. Йог, и чина бираза? Ага, молодец. И ты возьми. И чина на. Блин, он взял одну штучку. Давай бросай, на землю брось, и они сами придут. Раз, бели, бол-бол. Доки. А? А что, ничего? Возьми побольше, да. И ты тоже побольше возьми. Побольше возьми. Побольше, еще возьми, еще. Вообще, Имран, молодец. Только одну штучку взял. Яльмегич. Не яльмегич, а? Тоймишься. Она, гелю. Она вот так. Yapma, yapma, çekil İman! İman, iti ka mne. Na, вот, давай, посып. Ya, sen nerede oğlum, nerede oğlum? Aha, böyle at. At, at. Herhalde at, fazla gitme, fazla Зайдем вот в эту лавку с мусульманскими вещами. Мы зайдем вот сюда, посмотрим. Там сестра хочет купить себе духи. Смотрите, здесь все исламское. Смотрите. А, здесь та картина, которую мы хотели, ее уже забрали, оказывается. Здесь много духи. Без алкоголя. Для женщин и мужчин. Очень много сейчас, если хочется какой-то выбрать. Но какой? Какой номер? Есть спрей. Каве. Скобку. Интересно, как же она пахнет. По-моему, можно ее насыпать. Сейчас понюхаем. Друзья, это так вкусно. Это так вкусно. Здесь кора. Друзья, смотрите, как это красиво. Наборы. Вау, тоже вкусно.
Терман тоже вкусный. Понюхайте. Да. Вкусный, мам? Нет? Похоже на жвачку. Похоже на жвачку, да. Маме не понравилось. Это что, интересно, по-моему, туда можно поставить запах. Как же я люблю всего это вот, друзья. Но как его открывать-то? Здесь еще одежда, джильбабы, одежда, в общем, для покрытых. Вот, абайи. Красиво. Есть еще такая вот штучка. Не знаю, что это. Эсан Хашим. Вроде тоже вкусно. Но я не знаю, что это. Ну и все, здесь пронюхали, сестра выбрала себе. Смотрите, какие здесь сувенирчики есть. И вот такая вот тюбетейка есть. Как красиво. И кава, в общем, сделана красиво. Здесь колечки. Украшения всякие. Гюльсю. Бурда даваемш. Пахальни. Там тоже, по-моему, ожерелья такие красивые сделаны. Мне, кстати, нужно было бони заказать. Я буду заказывать из Трендиола. Здесь такие вот платья есть длинные. Для намаза. И джейнамаз здесь очень красивый, посмотрите только. Вот так еще здесь есть картины. И здесь. Красиво. А вот маленькие бони есть. Я хочу с горлом заказать. Я заказывала, но они оказались мне маленькие. Вот, не дотягивала, в общем. Вау, смотрите, какая красота. Они панапакамбир. Я кадарки сай. Мне понравилось, знаете, вот этот вот. Иду. Вот этот вот. В общем, мне все понравилось. Да. А, вот эти же не видели? Большой не видели. Хотел подвезти. Точно такой же. Вот этот красивый. Здесь аят от курса Береке Дуасу, аят от курса здесь и аят от Назара. От класса. Ay, 15 oldu. Şu büyük 20 lira abla. Ha, şu, tamam. Şunlar 15 oldu. 15. Это по 15, вот это вот по 20. Она немножечко больше. Какой возьмем? Мне кажется, желтый, да, лучше подойдет. Потому что желтый красивый, да, золотой? Нашествие Каи. Вау, какие красивые, да? Итак, в общем, друзья, добро пожаловать на стойбище Каи. Немножечко неровно. К сожалению. И посмотрите, здесь какие красивые четки. Очуметь, какие красивые машала. Смотрите, какие красивые, друзья, четки. У нас их дома полно, но мы ими вообще не пользуемся. Но вообще красиво, нам понравилось. У них есть? Тама. Сал тарафта? Тама. Здесь. Ай, буду. Вау, друзья, это что за красота? Нам сказали, что наверху есть подарочные, в общем, места. Поэтому давайте здесь все посмотрим с вами, Шала. Смотрите, здесь вот такая вот огромное помещение с украшениями. Я сейчас вам все буду показывать. Там все для Рамадана, друзья. Все прям. Иншаллах, сейчас что-нибудь выберем себе. Здесь, смотрите, можно себе для этого сделать, знаете, для никяха, для нишана. Такие вот дарят обычно подарки. И такие четкие, красивые, машала, такие сладкие, маленькие. Здесь вот такие вот более большие.
Да, сейчас приду. И здесь. Для машины можно повесить. Да вообще в целом использовать самим. Смотрите, какая красота, друзья мои. На этом, кстати, маленький Коран есть. Можно туда положить. Выглядит шикарно. Немножечко, возможно, будет трясти. Есть такие вот книжечки внутри, суры. И смотрите, вот такие вот красивые подарочные пакетики. Можно положить и раздать. Иншалла. Ой, здесь сладости есть, оказывается. Ой, нет, я пошутила. Сразу Иисус слышишь, да, такие вещи. Да, я пошутила. Не, не пошутила. Катет, это мама? Не могу, друзья, открыть. Но пахнет здесь очень вкусно. Здесь можно купить самим щеше, бутылочки и сделать свою там духи, свои духи. Вау. Это просто машалла. Как же я все подобное люблю. Они достаточно такие, знаете, тяжелые. Достаточно такие тяжеленькие. И такой вот наборчик, смотрите, стоит 545. Кувшинка. Здесь 1, 2, 3, 4 на шестерых. Замечательно, прикольно. Вот этот тоже очень красивый. Этот стоит 700. Очень красиво. Есть такой для кофе. И вот такие вот. Да, они мне тоже понравились. А этот такой, знаете, набор для кофе стоит 595. Здесь это что? Ой, на чё? Да. Они. Дортан, Лондонди. 4 штучки возьмем. Или вот такие, смотрите, тоже красивые. Не знаю, не написано. И для холодных напитков. Вот такой вот 800 стоит, черные. И они очень тяжелые. Здесь чай намаз. Коврики для намаза. Так, здесь маленький Коран здесь есть. У нас же дома тоже есть маленький, мам. Да, такой, знаете, на этот дарят. Шейнишан. Когда помолвка, да, дарят всякие подарки. И некоторые дарят именно, знаете, такой сет исламский. Религиозный, я бы сказала. Туда добавляют вот Коран, четки, коврики для намаза. Вот в маленьких пакетиках это все красиво оформляют. Я такого очень много видела, поэтому... Ну, как-то вот так примерно дарят. Чала. Чала, кидай дар, курай. Таджикистан, чала, парень. Сурма. Это сурма. Скоро, иншаллах, бабушка с дедушкой вернутся из Умры. Они сейчас у нас там. Здесь много сурмы. Сейчас что-нибудь наденем. Смотрите, какие прикольные. Хотя не очень. Вот этот вот нормальный такой. Как вам, друзья? Выглядит по-богатому. Они стоят по 10 лир. А, вот это вот я люблю. Вот это вот я люблю. Знаете, такой старинный. Старинный сделано. Это мы любим с вами. Но у меня сейчас руки не очень выглядят.
но тем не менее они выглядят достаточно прикольно. Вот здесь побольше набор. Итак, друзья. Это не мужские, это, наверное, женские. Но я не знаю. Мужские? А, тогда ладно. Но мужчины же не носят такое красивое, правильно? Ой. Они большие мне. Вот так. Прям, знаете, подходят под мой аутфит сегодняшний. И мне понравились вот эти вот. Это мужские, правда? Я не знаю. Мне кажется, они универсальные. А, поэтому они большие. Они большие, очень большие. Ну, в общем, здесь, оказывается, есть второй этаж. Мы сюда заходим очень часто, но мы не знали про второй этаж. И нам здесь очень понравилось. Это тоже нужно нюхать? Бюрсю. Вода из розы. Ну как, видно? Копкина с собой надо бускать. Думаю, нам не будет видно. Копкина с бускать они боятся. Ой, там Медина. Там Кааба, очень красивый. Фото этот. Сколько они стоят? Не знаю. Сет для маленьких девочек, которые читают намаз. Буду читать намаз. Видите, что в набор входит? Красивый коврик для намаза. Вот такой вот фотоаппарат и четки. Прикольно. О, набор... Брак? И телефон. Что такое? Взяли несколько духи, и у меня прям, знаете, обе руки пахнут очень-очень разными духами, очень вкусными духами. Они были, они все такие ароматные, вкусные. Вау. Вот этот, который я вот на запястье намазала, они на самом деле самые вкусными оказались. Вот прям самые вкусные, надо было их купить. Но именно его мы не купили. Очень прикольно. И сейчас мы направляемся уже домой. Дети у нас купили вот такие вот фотоаппараты. Если посмотреть, то видите, вот это вот внутри Мекка, Кааба. Вот в исламском отделе купили. И еще мы купили, смотрите, вот эту вот картинку. Там три аята. Она, оказывается, сзади стоит вот неровно, поэтому мы прислонили ее к стенке. И получается, ну, неплохо вроде смотрится вот с этим, да? Они сочетаются вместе. Вот так теперь. Осталось включить вот эти вот звездочки, и получится уже красиво. Но мы потом, может быть, чуть-чуть потом позже поменяем. И если получится сзади, немножечко хорошо, вот так, знаете... Сейчас вам покажу, как. Бисмилля. Смотрите сзади, как оказывается стоит. Я не обратила внимания на это. И, возможно, потом я позже исправлю, или же мы купим другую рамку, потому что на Трендюэле вот такие вот тоже были. Вот, у меня сейчас фокус не очень, вот, теперь видно. Вот, может быть, сами купим и положим внутри, вот уберем отсюда внутрь и положим в красивую рамку. Ну, иншаллах, посмотрим. Бисмилля. Ну, тоже неплохо.